И всем привет, с вами Серикс, это новый вид. Сегодня такое как бы разоблачение на Влада А4. Да, знаете, как бы не, ну, все уже, в принципе, знают то, что Влад А4 все, короче, ворует, у него жизнь сворованная, тупо все, поголовно, знаете, нужно своровать. Ну, давайте сначала посмотрим, видосик. Типа, Влад А4 стал ребенком. Ну, хорошо. Давайте посмотрим. Это Кобяков, это Глент, и вы на канале А4. И сегодня я пригласил ребят к себе в гости. Мы вот сейчас играли в догонялки. И будем, мы весело проведем время в этой квартире. А ну-ка, теперь ты маешься. Стой, нет! Вы что-то заказывал? Я нет, думал, попозже закажем пиццу. Кто это пришел? О-о-о! Чего? Офигеть! Проходи. Что это у тебя в руках? Давай сюда. Проходи, проходи. Мне не мерещится? Это тоже вопрос такой же. Забирайте своего ребенка. Он нам надоел. Так, 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 спокойно. Влад, ты ребенок? Проходи. Открывай. Бизнесмен растет, воспитатели. Учитесь. Я до сих пор поверить не могу. Влад, и больше так не делай. Он не знает, что с этими деньгами делать, наверное, еще. Сколько тебе там подарили? $10? Ага. Давай у меня полежит, а то потеряешь. А потом на день рождения что-нибудь тебе купим. Хорошо. Так, ладно, пацаны, пойдемте читать дальше, как его воспитывать. Владик? Что там еще пишут? Ни в коем случае не... Пипец. Пипец. Это плохое... Короче, в чем прикол? То, что он начинает, короче, типа баловаться, творить, знаете, хаос по дому, короче, такую фигню. Но Запад оказался первей. 24 декабря 2021 год, да? Вот тоже стал ребенком на один день. Вот еще типа Фит, Пайпер, Рокли. Правильно прочитал или нет? Гевин Магнус. I'm gonna be becoming a baby for 24 hours. What she doesn't know is I'm gonna have to spend the night. Moody. You didn't tell me it was gonna be a baby. Are you kidding me? No! You're actually leaving. I'm kicking you out. What's going on, guys? So, I'm up here. Yeah, there you go. We are. This time we've got everything down. We've got. We got all this stuff, right? Yeah, it's all right here. Wait, they can't see it. I gotta be in full baby mode. Hold on. We full baby mode? Ready? Ready? What do you mean full baby mode? Let's see what I mean. 3, 2, 1. Ну, знаете, вот он хотя бы сказал, что он станет ребенком на один день, короче, что будет творить хаос. Знаете, он хотя бы, знаете, показал, они просто начали строить из себя всех дурачков, ну и такой, вау, боже мой. Но самое интересное то, что уже это опять спиздили. Прошло буквально хай, 6 дней или сколько, и уже появились новое такое же самое видео у этого же Влада Слово, 4. Получается, нам все нельзя, как тогда правильно? Тихо, чтобы он не упал, главное. Все, хватит, хватит. Они там, там. Ха. Знаете, они типа они с ним играются, и вот тоже давайте посмотрим. Speechless. I don't wanna ask. What's going on? Hey, what is this? On your neck? And then what is this? Shut up. His baby dad had it up. Here. It smells like nothing. Because she's got. Alright, we'll see you more there. Bye. Видите, он тоже типа вредный здесь. И короче, что я могу сказать? Все сделал, то есть не сделал, а спиздил. Соответственно, Влад А4. Ну, честно, знаете, я не удивлен. Но на это такой уж блогинг. Кто не своровал, тот проиграл. Ну, или не поднялся на ютубе. У Влада 4, наверное, все своровано. Жизнь, образ, кусочек Ивангая, а потом пошло-поехало, все с рубежа, давай в себя, уп. Уже, грубо говоря, был одним пацаном, даже не пацаном, я мне назвал его нормальным пацаном. Но это решать вам. Ну, если вы считаете нормальным там пацаном, парнем, блогером или еще что, можете написать комментарий, я прочитаю и отвечу. Ну, а с вами, соответственно, был Сарикс. Всем спасибо, всем пока, а именно до свидания.